Значит, есть три группы качеств, которые надо в себе развивать. Значит, первое – это убивать в себе эгоцентричное, глупое, самодовольное, трусливое, закомплексованное «я», эго. Его надо убивать всеми возможными средствами. В идеале вас нельзя обидеть, вас нельзя заставить чувствовать себя виноватыми. Если у вас нету эго, и вы как бы все принимаете, так вы же не будете, да? Поэтому это очень полезно. Убейте «я», будет хорошо. Значит, второе качество, оно связано... У меня была книжка первая, которая так популярно написала, «Счастлив по собственному желанию». Это, по сути дела, технологии совладания со стрессом, с напряжением, с дискомфортом. У нас психика у всех травмированная воспитанием, обстоятельствами жизни. Она сама кривая, косая, потому что ее не делали для этого мира, понимаете? Нас эволюция готовила нас к другой среде существования. Вот. Поэтому вторая составляющая – это, конечно, что древние говорили, умейте властвовать собой, понимаете? Вот это умение работать с эмоциональными состояниями, контролировать их – это очень важная вещь. Вот. Ну и третье, было бы странно от меня услышать что-то другое, это, конечно, мышление. Потому что это качество, это способность, это навык, понимаете? Это как прыгать шестом. Это, чтобы научиться прыгать шестом, нужно много тренироваться. С мышлением та же самая штука.